Блин, я что-то хочу именно покушать. А я не знаю, что я хочу. У меня есть кутя. Очень смешно стало, когда я сказала кутя. Бывает. Я, короче, очень... Ну, блин, не знаю. У меня есть всякие салаты. У меня есть кутя. Блин. Планы не стройте. Планы на что? Давайте. Планы на что не строить? Суши замов. Я суши тоже не особо хочу. Я вот не знаю, я вот что-то хочу, я не знаю, что. Бы пиццу. Я пиццу не особо люблю. Я не любитель пиццы, всей выпечки, потому что, ну, как бы калорийная сильно. А, кстати, очень интересный факт. Я худею. Я худею очень стремительно. Каким образом? Ой, Виктор, спасибо большое за розу. Я, короче, худею. Я не сижу ни на диетах, ничего. Просто я ем один раз в день, и я просто замечаю, как я теряю вес. Я теряю вес именно... Даже, знаете, не на весах, ну, как бы на весах тоже, да, но визуально сильно у меня опять похудело лицо. Если у меня были щеки, то сейчас у меня прорисовываются так нормально скулы про возраст. Да, Оливье, да. У меня опять начинают прорисовываться скулы. Всегда же дыхочет. Вот. Меня не хочешь? Меня мучает вопрос. Ты все еще хочешь меня? Вот, короче, что еще? У меня вот прям живота, у меня живот плоский, максимально сейчас плоский, у меня очень такого не было. А все из-за того, что просто ем один раз в день. Я понимаю, что потом у меня из-за этого будут проблемы, но я просто... Я бы сейчас... Я просто... Я не хочу есть больше. Я не знаю почему. Я просто не хочу. Кстати, вот это то самое мыло, вот, блядь, за которое я отдала 200 с хером гривен. Ты что, худеешь, да? Я бы сколько не ел, не надо. Я не специально худею, ребят. Не, я не специально худею, я просто мне не хочется есть больше одного раза в день. И мне хватает. Я поем один раз в день, в обед, там, например, да, или вечером. Мне хватит, я не хочу больше. Вот это, за вот эту херачину, короче, я оставила в магазине как бы 200 с хером гривен, блядь. За кусок глицерина, который даже ничем не пахнет, пахнет каким-то, блядь, дешманским мылом. Меня бомбит жопа. В смысле, классная шо? Как ты относишься к гетеросексуалам? Ты из них? Да, я гетеросексуалка. Сексуалка. Короче, я гетеро. Виктор, спасибо за розу. Ешь. Зайчики, я не знаю, я не хочу есть больше, правда, я бы ела. Но я не хочу. Ой, Воронцов, спасибо большое за розочку. Спасибо огромное. Вот я в лице, если вы заметили, у меня были щеки. Красавица, спасибо. Меньше ешь. Даже если я буду больше есть, я не буду набирать вес. Вот я не знаю, может из-за стресса, может вот реально из-за стрессов постоянных в последнее время, может из-за этого опять же я худею. Что, скорее всего, кстати, тоже влияет. Воронцова, спасибо. Спасибо большое за сердечко. Вот. Но не знаю. Не знаю. Я вот даже если ем, я ем маленькую порцию. Например, да, вот я там последнее, что я ела, вчера. А что я вчера ела? А, я вчера съела утром холодец. Или нет, не холодец. Это позавчера ела холодец. А вчера я съела 5 драников, и все, я больше не ела. Жила бы с подругой, глядя на нее, ела бы больше. Чего? Давно я не проверяла свой вес. А, кстати, блин, вот не стрессует, ты охуительная. Спасибо. Косички пропадут. Они уже пропадают. Кстати, ребят, ну, заметно, да? Вот, именно вот так вот. Типа, заметно, что у меня скулы появляются снова. И мне это нравится. Вот так вот щечки есть. Вот так нет. Вот, поэтому щечек не будет. Щечек не будет, как бы, вот. Да. Да.
Кстати, я не знаю, почему я сейчас смотрю, и я максимально плохо вижу вот все, что вот в экране. Вовика, дякую. Дякую, дякую, дякую. Хотя сейчас мне хочется покушать. Я не помню, что я ела сегодня, и ела ли я вообще. Но мне хочется покушать что-то. Я, наверное, просто потом сварю пельмешки в бульоне. А, я сегодня ела, ребята, я сегодня ела. А знаете, что я ела? Я ела сегодня... А, картошку по-селянски. Ну, я там съела штучек вот этих пять, вот этих маленьких кусочков картошечки. Потому что я ем мало сейчас. Я ем мало, и из-за этого я худею. При росте 1,73 м я весила когда-то 49 кг, прикинь. У меня 1,70 м, я вешу... Что значит дякую? Дякую — это спасибо. Надо это и позбутыся щечек. Почему? Зачем мне щеки? Мне нужны скулы. Скулы — это лучше. Спасибо большое, дякую за огонёчек. Спасибо за шоколадку. А ты? Спасибо. Спасибо за леденец. Дякую, это значит спасибо. Thank you. Кстати, я второй день подряд. Это очень любить чмокать. Меня никто в щёчки не чмокает, ребят. Давайте примем тот факт, что меня никто не целует. Как бы, ну, типа, как бы очень даже обидно, знаете ли. Вот. Кстати, я второй день подряд играю настолько сильно в PUBG. Вчера я целый день, с самого утра до вечера. Я дякую, что ты есть. О, спасибо. Тебя уже темнеет. Да, я знаю, я вижу. Да я включу лампу, если что. О, блин, вы чё делаете? Спасибо. Thank you. Спасибо большое. Ой, и спасибо большое ещё, Виктор. Спасибо. Thank you for gifts. Спасибо. Спасибо большое. Короче говоря, что-то я вам рассказывала опять. О, знаете, я что-то рассказываю. Я не знаю, кстати, почему, на почве чего. Welcome. На почве чего я что-то рассказываю, и я просто в момент что-то забываю. Не знаю, почему так. Но это именно когда я сейчас только что стрим запустила. Ты один из тех тиммейтов, что забирают весь лут из дропа себе? Нет. О, эти мужики тиктокерские. Я, кстати, я никогда на дроп не хожу. Я, кстати, сейчас играю, вот я последний раз играла полгода назад. Я уже, в общем, играю в PUBG, у меня аккаунт моему 3 года, больше 3 лет. Вот, и я никогда не хожу на дроп, вот прям никогда. Или же, когда я играю на Айранге, я могу сходить. А на Ливике, ну, неинтересно, потому что там постоянно все как бы... Вы знаете, короче, когда я что-то вижу, что типа дроп туда-сюда, я просто... Я не иду туда конкретно на дроп, потому что... Туда жаль, не позову играть. Выпру. Что? Короче, я просто залажу на какую-то высокую точку. Ну или же вы пропав, да. Я залажу просто на какую-то высокую точку, и просто потом я убиваю всех, кто бежит на дроп. Вот. Очень, кстати, хорошая тема. Угу. Кстати, сейчас уже включу лампу, потому что меня уже плохо видно. Да, мы пропав. Но, кстати,